Всем привет! Как всегда, коротенькое видео на тему эксперимент. Вот сюда мы заселили, было у нас видео в эту коробочку 21.10. Сегодня 22.11. Коконов заселили 50 штук. 2 литра торфа. Ну, месяц прошел и один день. Ну, как бы что-то должно. Я вчера уже вот немножко их припудривал на всякий случай. Ну, должно быть там движуха уже, должна быть. Сейчас посмотрим, что там у нас. 50 коконов. Ничего нет. Убежали. Вот он, голова торчит. Я уже вижу. Сейчас мы... Здесь никого нет? Вот. Да. Там посмотрим потом. Потом посмотрим. Ну, сейчас потихонечку посмотрим. Вот одного уже вижу. Ювенил. Куда ты будешь складывать? Да я пока отодвину. На краешек вот сюда. Вот один, два вижу. А тот убежал. Да, походу это будет долго. Ну, вот посмотрим. Вот. Ювенил. Вот здесь голова торчала. Ну, они через месяц должны выйти. Может быть, несколько штук. Может быть. Ну, наверное... Придется на это время потратить, да? Вот, наверное. 4. Ну, по крайней мере, давайте вот так посмотрим. 6, да? Угу. По крайней мере, что я сейчас? Наверное, мы сейчас отключим. Сейчас коконов я не вижу. Вот ювенилы вижу. Вот они, 7. Ну, коконов не вижу. Значит, вышли все или плохо видно. Вот один. Вот один кокон, да. Это, наверное, совсем зелененький был, который. Угу. Вот один кокон вижу. Ну, больше так вот. Ну, куда ты? Глянь, какой. Это из тех, кто ранний. 8. Ну, 8. Ну, я думаю... Ты вот скапал, вот здесь. Вот вижу. Я думаю, нам придется отключить. Выбрать и посчитать потом. Потому что это будет очень долго. Сейчас надо будет вот так сдвигать и по 1 сантиметру двигаться. Да? Да. Вот они. 9. 9. Ну, 9 сейчас. Может уже и не 9. О, какой. Бухрячок. Уже 10 как бы. 11. 12. Ну, давайте, наверное, это займет время энное. Придется это. Вот еще коконов был. Где ты его видишь? Здесь? Вон, вон, смотри. А, вот. 13. 13. Давайте, наверное, друзья, кому это интересно, я сейчас аккуратненько все это рассыплю. Оператор вот мой, миленький, ко мне присоединится. Мы выберем. А при вас потом посчитаем. Вот так в кучку я их сложу. Ну, какое-то время. Потому 14. Что как мы их 15. Вытаскиваем отсюда. Ну, они вот они. Есть, есть. Есть. 16. Где он? Вот. Есть они тут. Коконов практически нет. Вот они разбегают. 50 сюда мы их заселяли. Давайте, миленький, отключись. Вот, мы сейчас выберем их. Вот сюда в кучку, а потом... 17. Потом... Включишься, и мы их посчитаем. 18, 19, да? Да. Ну, потом посчитаем, все равно вместе будем. Сейчас доберем быстренько, что... Давай. Ну вот, провели выборку. Короче, считали, считали, 50 насчитали, думали, все. А потом попались вот эти вот... Еще 4 кокона, вот 2 их видно, они двойневые, блин, да? Ну да. Те 2, не знаю. Вот, будем считать. 4 эти потом прибавить. Вот они наши ювенильчики. Вот, 1, 2, вот они какие. Ну, таких мы вполне могли что-то не заметить. Вполне. 4, 5, да? 1, 2, 3, 4. 4. 4.
5, 6, 7, 8, 2, 3. Да, 3. 9, 10, 11. 11, 12, 13. О, 14, 15. Толстяк один. Угу. 16. 17. 18. 19. 20, 21. Ну да, конечно, таких мы вполне могли не заметить. 21. 22. 23. 24. 25. Два их тут вот. 25. 26. 27. 28, 28, 29, 30, 31, 31. Ой-ой-ой, 32, вот он. 33, 34, 35. Ой, мамочка, еще один такой. 2, 36, 37. Там есть, вон он. 38, 39, 40. 41, 42, 43 и 44. 45, 46, 47, 48, 49. Вот уже 50, 51, 51, 52, 53. 54. О, мамочка. 55, 56, 57, 58. Вот он, блин. Разве мы могли таких сколько пропустить, да? Да. 59. А это вот слонята. 60, 61. Что-то я считал, меньше было. 62, 63, 64, 65, 66 упал. А, нет, здесь 66, 67, 68. Три штуки. 69, 70. Тут прилип свой партий. 70, 71, 72, 73, 74 и 4 кокона. Вот. О, 75 и 5 коконов. Блин. 76. Все, да? 4 кокона. 76 и 4 кокона. Вот, вот что у нас. Это не значит, что... Может быть так всегда. Может быть так всегда, если очень захотеть. Все зависит от
начала, от формирования и доведения до состояния приношения коконов маточника. Маточник получился. Маточник хороший. Мы вам уже показывали, как-нибудь еще покажем вот в этих ведерышках. Отдельно у него содержание. Короче, хорошее содержание. Влажность, субстрат, кислотность, все тут, корм. Температура. Я у кого-то видел, но не вспомню сейчас. Потому что смотрим, всех все смотрим. Все смылись уже. Да, все смылись. Мы их сейчас на место запустим, вот они. Смотришь всех, кто занимается этим нелегким вермиделом. Смотришь, почерпываешь, учишь, изучаешь, стараешься кокон где-то... Кокон уже был выпасен. Ага, стараешься... О, кокон. Вот еще один. Смотри. Где-то что-то прочитать, от кого-то взять. Делаешь какие-то свои выводы, наблюдения. Пришли все-таки мы к тому, что вот на этом примере маленьком 50 коконов. Уже не один кокон, один ювенил. Уже. Но повторяю, не значит, что да, коконы хорошие, но можно и эти коконы загубить. Во-первых, они бы вышли раньше. Я сделал как бы такую, ну не ошибочку, я умышленно сделал, чтобы мне их не пересаживать 10 раз. Если бы они были в этом уже перееденном своем, как его назвать, в биогумусе частично, они в своей среде быстрее выходят. Вот это я тоже заметил. Мы же их заселили сразу уже в приготовленный субстрат, чтобы они какое-то время здесь подросли. Ну вот. Вторая часть, да, эксперимента. 50 коконов, сколько же ювенилов? Сколько ювенилов? 75. 75 мы начитали. Вместе с коконами. А, 76 ювенилов и 4 кокона. Да, 76 ювенилов и 4 кокона остались за месяц. 80. Ну, будем считать 74. Возможно. Нет, 76, 76 будем считать, потому что те коконы, бог его знает. Ну, будем надеяться, что выйдут, а может и по 2. Ну, теперь, наверное, можно их пораньше потревожить. Через пару недель. Оставайтесь с нами. Будем наблюдать за этим вот экспериментальной коробочкой, за этими ясельками, еще повторю, все-таки они понравились нам, эти ясельки. Да, люди накрывают крышечками, люди, может, это делают давно. Но мы вот сделали в коробочке, сделали ясельки, как бы раньше не слышали, мы считаем это наши ясельки, нам это нравится. Всем счастья, здоровья, любви, удачи, терпения в этом нелегком. Подписывайтесь на канал, приобретайте вот такие коконы. Ну, к ним надо относиться бережно. Мягко сказать, с любовью. Да. Тогда будет результат, будет выход, нормальный будет выход. В следующем видео я делал выгон. Выгон товарника. Но у меня остался один ящик, потом объясню. Почему? Я его покажу. Две недели пройдет, покажу, где он у нас. Сейчас. 54-й. Сейчас. Какой? А, 54-й, вон он, 11-й. Вот он, внизу. Это когда я набирал товарника из всех при перемешивании. Вот через две недели посмотрим. 11-го это было. Мы посмотрим, насколько он, какой он был. Были они где-то 4, да, грамма? 4? 4-5 грамм мы там завешивали. Нет? В смысле 4-5 грамм? Червячок мы выбирали, который. 0,4. А, ну 0,4-0,5 грамма. Это уже, да. 0,4-0,5 они средние были. Вот следующий посмотрим. Через две недели, как они выросли. Когда мы их отделили, индивидуально им выделили. От общей массы. Да, индивидуально выделили субстрат, индивидуально выделили корм, индивидуально кормили. Вот посмотрим. Одно мы уже как бы пришли к результату. Посмотрим, что будет дальше. Всем пока!